30 апреля 1237 года – день основания Берлина. Свое 708-летие в 1945 город отметил чередой исторических событий. Ранним утром старший сержант Николай Масалов с риском для жизни спас 3-летнюю девочку. Спасение мирных жителей – обычное дело для Красной Армии, но именно этот случай был запечатлен скульптором Вучетичем в виде монумента, ставшего символом воина-освободителя. Тем же утром начался штурм Рейхстага. Не успели наши войска занять первый этаж здания, как у себя в бункере застрелился бесноватый вождь Кровавого Рейха. Примерно в это же время на крыше здания немецкого парламента появился первый красный флаг. Через несколько часов их было уже несколько. Сержанты Кантария и Егоров свой флаг к решетке купола Рейхстага прикрепили поздно вечером, но именно он и стал флагом победы. Всем известную надпись 150-я ордена Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта на полотнище нанесли в июне 45-го перед отправкой его в Москву. Копии Знамени Победы вновь поднимаются нынешней весной над освобожденными от нацистов городами. 30 апреля днем переменная облачность. Температура воздуха 15-20 градусов. Северный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью малооблачно, температура воздуха 6 градусов, ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.